Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Итак, мы вспахиваем участок под картошку. Заброшенный участок был. Мы его разрабатываем. Сначала вспахали плугом, а потом сейчас уже перепахивает мотоблоком. Ну, вот посмотрите, земля какая мягкая-мягкая. Вот. Прямо вообще мягкая. Как чернозем почти что. Вообще хорошая земля такая. И хотим сажать картошку. Здесь стоит вот такой домик заброшенный тоже. Рядом вообще поле заброшенное. Никому не нужно. Никто вообще садить сейчас не хочет. Ни картошку. Ничего не хотят делать. Ну, а мы вот такой участочек разрабатываем. Хотим сюда посадить картошку. Такие мы наложили семена. 8 ведерок. Хотим здесь посадить. Вот так проезжаем. И вот так укладываем по одной. И потом следующий. Ну, сейчас покажу. Так уложили мы картошку. Такой он рядок делает. И в нее укладываем. А потом закапывает. Когда все уложим, будет закапывать. Ну, кривовато у него получается. Назад возвращается. Вот так укладываем одна к одной. Бедро убрать. Сколько засадили, а сколько мошек намазались мазью, вообще заедают. Вот. Итак, мы всю разложили картошку. Так у нас получилось. Вот такими. Все, закончили посадку. Загребли граблями эти редки, потому что плугом, этим плужком у нас плохо получается. Получается, но там получаются бугорки такие, и она, картошка, долго всходит, и мы граблями загребаем. Вот такая красота у нас получилась. Загребли. Утреннее пение птиц сегодня.
Вот участочек. Весь травой зарос. Вот такой старенький домик здесь. Такой. Старенький. Здесь большая ранетка такая растет. И таких домиков в селе заброшенных у нас очень много, где никто сейчас не живет, никому не нужны. Даже вон стекла повыбивали уже. Кому-то захотелось выбить стекло. Какие люди пошли. Сиренька отцвела. И вот он виднеется, участок, который мы посадили. А дальше все заброшено. Вот участочек. Здесь малина даже осталась от прежних хозяев. Все заброшено. Никому не надо, даже малина. Тоже домик заброшенный стоит. Тоже домик заброшенный. Все покосилось. Все заросло. Крыша провалилась. Вот такие заросли.